23 марта Славянский район отметил светлую и одновременно скорбную дату в истории нашей малой родины – 71-ю годовщину со дня освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Начиная с января 1943 года на территории района велись ожесточенные бои буквально за каждый населенный пункт. Первыми были освобождены хутора Беликов, Свистельников, Забойский и станица Петровская. По традиции в этот день в городе прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате. 23 марта 1943 года стал памятным днем в истории города Славянска на Кубани. Именно в этот день солдаты 295-й стрелковой дивизии, форсировавшие реку Протоку, освободили станицу Славянскую от немецко-фашистских захватчиков. Всю ночь до утра переправлялись солдаты на западный берег реки и, сломив сопротивление групп перекрытия противника, к 9 часам полностью очистили станицу от фашистов. Почтить память героев, отдать дань уважения и благодарности великому подвигу солдат-земляков собрались ведь ветераны-освободители, представители района и городской администрации, депутатского корпуса, партий и общественных организаций, а также жители города, учащиеся. Возле мемориального знака освободителям станицы Славянской состоялся митинг в честь павших во время переправы, после чего все пришедшие возложили цветы и венки к памятному знаку, затем спустили венок на воду. Торжественный митинг продолжился в парке 40 лет Победы. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что мы, сегодняшнее поколение, были и остаемся в неоплатном долгу перед всеми, кто отстоял честь и независимость своей земли, защитил отечество и будущее своих земляков. Сегодня с нами уже нет многих участников тех трагических и героических событий. Каждый погибший для нас – это душевная боль. Вечная им слава и вечная память. А каждый из вас, уважаемые ветераны, наша гордость. Сегодня мы имеем счастливую возможность сказать слова сыновья благодарности всем вам, освободителям Славянского района. С этой памятной датой всех собравшихся поздравил и глава Славянска на Кубани Александр Коновалов. От всей души желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил, тепла, заботы со стороны родных и близких. Пусть всегда над нашей землей будет мир и благополучие. Почтить память павших земляков, вспомнить события тех великих и значимых для Славянска на Кубани дней пришли ветераны-освободители, чьи имена навсегда останутся в летописи героизма русского народа. Одним из тех, кто не понаслышке знает, как освобождали Славянский район, является ветеран Великой Отечественной войны Николай Федорович Тихненко. Сейчас ветеран живет в Краснодаре, каждый раз приезжает сюда, чтобы отдать дань памяти и уважения своим павшим боевым товарищам. Большое спасибо славянам, что помните эти события, помните нас, ветеранов войны, не забывайте и приглашайте. Я, в частности, приехал из города Краснодара. Большое вам спасибо, желаю вам благополучия. В память о тех, кто сражался, не жалея жизни, чтобы спасти свою страну, свой народ от гибели, пришедшие почтили минутой молчания. В заключении митинга собравшиеся возложили сотни алых гвоздик к памятникам аллеи памяти. Прозвучал оружейный салют. Тина Копычевская, Михаил Варгулев, программа «События».